Всем привет, с вами Сергей, вы на канале Bindas of Game, это Кужлёвка. Продолжаем понимать вообще, что происходит в этой игре, как оказалось НЛО и вообще, что дальше будет. Погнали! Это Bindas of Game. Акт 7, по-моему, уже дрейф. Опа, а где это я, собственно говоря? Каюте какой-то. Босиком в каюте я. Кстати. Давай, вставай. Блин, ну босиком ходить по каюте. Ведь я. Картину взять. Ну, это я так понимаю, рыбы какие-то. Опа. Бортовой журнал Клима. Мы за Клима, что ли, сейчас играем? Чтобы не зайти с ума, я буду вести бортовой журнал. Хотя пишу я, признаться, плохо. А вот язык у меня подвешен. Но лиха беда начала. Плывем мы уже долго, и куда плывем, и почему, неизвестно. Отсчет поведу от сегодняшнего дня. Потому что точно сказать, сколько плывем, не скажешь. Закончилось жрать, и пить тоже закончилось. Пивка бы было бы засадить круто, но разве можно пиво из консервированного сайры сделать? Это все, что осталось. Сейчас напишу все, что съем. Первый день, как нас спасут. Или мы сами доберемся до суши. Если нас кто-нибудь найдет и спасет, то надеюсь, что только того корабля нам чего предложит разносол. Водочку, капусту, квашеную, обильно политую вонючим подсоленным маслом и с тмином. Потом пюре, подлива, бестроганов, салат, оливье, салат капитанский, может, купеческий, салат капитанский, курочка запеченная, наверное, не печеная, запеченная с майонезом, мясом по-французски, с майонезом, картофель, борщ украинский со сметаной, драники белорусские тоже со сметаной. А если нас никто не спасет, ну, мы доплывем до острова, то я съем кокос, потому что больше там ничего, наверное, не будет. Здесь и далее описание яств и напитков, желаемых Климов на протяжении 670 дней. День 671, все идет по плану, но план пока не придуман. Попробовать поймать рыбу на Степину, ушную серу успехом дело не увенчалось. Даже нет сил, чего бы я сегодня хотел дату больше... Чего хотел... Дату больше писать не буду, потому что ничего, кроме горя, это число не внушает. Я теряю надежду на спасение. Очень хорошие новости. Нашел флакон одеколона. Шипр. Выдул его один. Стыдно перед товарищами. Я помню, что что-то писал в моем... бортовой... Блин, что с моими, блядь, этими? В мой бортовой журнальчик, но почему-то вырвало страницы, и теперь найти их не могу. Стыдно, что выпил один шипр. Но я думаю, мне будет мало даже одному. Не то, что если с другими делиться. Но я так давно не ел, что очень сильно опьянел и ничего не помню. Но ребята не подавали виду, что что-то там такое было. Или я что-то не то сделал. В общем, может не заметил. Я у себя... В каюте сидел. Я начинаю привыкать к той мысли, что мы тут навсегда. И компания неплохая. Опять же, ребят, все нашли. Просто я боюсь, что если я умру, то меня съедят. И я... Так. Я ни в коем случае их не обвиняю. Пусть это понятно все, но ведь когда они меня сожрут, они же мной посрут. И понятно. И я их, главное, стану. Так, стоп. А, ну, блин. Я хотел дочитать второй страницы хотел дочитать, но не дочитал. Ладно, пойдем. Выйдем из каюты. Опа. Страницы журнала Клима. Еще одна, да? Помню, как в сельский клуб привезли сталкера. И я
единственный посмотрел и все понял, но никому об этом не сказал. Меня ведь за дурачка считали, ведь зона — это место, которое посетил Бог, безусловно. И Советский Союз был местом, которое посетил Бог. И мы таскаем, хабар из Советского Союза. И ничего лучше Советского Союза мы не придумали на этой территории. Я советский школьник. По психотипу и не собираюсь меняться. Я думаю, что лучше того образа жизни нет ничего. Но есть у всей этой красивой утопии попытки ее построить один недостаток. У человека остается свобода воли. И даже лучший инструмент и способ жизни, который ему могут дать, он может использовать во зло. Ну, фактически логично. Так. Еще что-то. Еще какой-то журнал. Журнал. Бронежилетка. Рокировка. Так, друзья, я читать не буду. Ну, вот это все, да. Я думаю, вы прочитаете как-нибудь вот так вот. Нажмете на паузу, прочитаете. А я вот единственное, что могу прочитать, вот эти вот стихи. Рвался в бою металл, бился с врагом солдат. Подвиг сопровождал мудрый отцовский взгляд. Множится ширь полей, голос их слышишь ты. Нет ничего теплей ленинской теплоты. Ленин, все видит он, звезды полярной мглы, мчащийся эшелон, кадров тяжелых ствол. Не уставай, рука, помни каждый час, совесть большевика, Ленин смотрит на нас. Вот как-то так, я думаю, за это, друзья, можете поставить лайк. А мы с вами двигаемся дальше, и опять я там пропустил вторую страницу. Ну да ладно, давайте поглядим, собственно говоря, что вообще здесь есть. Я так понимаю, мы в каюте, и нам надо как-то выбраться из этой каюты. Почему здесь, смотрите, такой стул, а здесь синий стул? Кто-то деловой какой-то. Вот, палуба, кстати, видим. Видим выход на палубу. Так, ну здесь понятно, здесь все каюта, каюта, каюты. Бочка с ромом, наверное. Ромом. Что здесь? Страница журнала Климова. Лечебным зеленым источником одеколон Шипр. Ну, это тройной одеколон, я так понимаю. Разливается по моему скукошившему желудку. Приятная тяжесть, позабытая за долгие дни и ночи наших блужданий, разливается по кончикам пальцем. И это я пью из бутылки, или бутылка пьет из меня? Ответа на этот вопрос я не нахожу с тех самых пор, как впервые угостился самогонкой дома у того самого одноклассника, что взрослел раньше остальных. Пожалуй, такой был у всех. А потом угостил еще раз. И еще раз, и еще раз. Я пью из бутылки, или бутылка пьет из меня? Вот в чем, друзья, вопрос. Понимаете? Быть или не быть, или бутылка пьет из меня, или из него? Так. Хорошо, мы, впрочем-то, наверх. Надо подниматься наверх. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Вы гляньте только. Вы только, друзья, поглядите. Ну, красотища-то же. Ну, а что такая лодка, смотрите, маленькая? Блин, я хочу... Давайте посмотрим на это, на эту красоту. Эй, дружище, если ты досмотрел до этого момента, значит, пора уже поставить лайк, подписаться на мой канал, если ты еще не подписан, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы, подписаться в ТГ-канал, подписаться в ВК-канал. Ну, а мы с вами дальше. Погнали смотреть. Мне надо сохранить. Это прям, друзья, прям, ну, это просто, просто прекрасный вид. Но вопрос в том, то, что нет никого, нет ничего. И мы, собственно говоря, делим на 4 равные части. Что тут думать? А у тебя линейка-то есть? Равенство замерять. Короче, сапог надо разделить так, чтобы побольше досталось тем, кто еще в силах что-то делать. А, вон оно как. Ага. Вы, кажись, подзабыли, что сапог-то вообще-то мой. Персональный. Значит, я могу рассчитывать на самый жирный кусок. Сапог не твой, а государственный. Государственный сапог на всех поровну не поделить. Я руками работаю больше всех, значит, имею право на кусок побольше. Да как тебе не стыдно? Мы все в одной лодке. Что, совести только на месяц хватило? Не, а чё? Прошло больше месяца. Мы дрейфуем дней 40. А ты считал? Ну да. Ну, нифига себе, считал. А ты чё отмалчиваешься? Кто? Как сапог делить предлагаешь? А я чё, пошли нахер.
Так. Поровну исключительно. Глупость какая, еще обсуждать. Если по уму, то селенок, кажется, больше всего осталось у Степы. И нам бы этих селенок поддержать. Так, Клим совсем плохой стал, ему бы отдать кусок побольше. Да блин, поровну, друзья, вот поровну. Именно. Вот, нам поровну. Всем должно быть стыдно, что мы вообще это обсуждали. Сейчас мы все по справедливости поделим поровну. Так, вы... Эй, эй! А, сапог утащили! Отдай! Эй! Нет сапога. Нет, нет, нет. Больше сапога. Так, погодите, там... А он меня не отпускает. Чайку хватать надо было, кретины, пожрали песка. Ой. Рыба! А меня не хотите? А ты кто? Что ж ты, Степа, его не догнал? А, тоже мне нашелся силач. А чё, а чё? Как надо, был бы у вас силач. Оно куда-то в трюм улетело. Поищи, Валер, ты у нас самый молодой. Конечно, конечно, Валер, пошли. Мы же самые молодые тут, конечно. Сюда нельзя? Ну, полезли в трюм опять. Нам как раз таки сейчас письмецо надо найти, еще одно. Которое мы не нашли. Блин, ну здесь все закрыто. Вон оно там светится, я вижу. Подожди, а, вот оно письмо. Письмо вытянет. Опа, нифига себе. Подвиг группы Зиганшина. Характерен для эпохи оттепели. Да, правильно, оттепели, поскольку был мирный. Молодые, симпатичные ребята в международном составе. Татарин, два украинца и русский. А в американских костюмах, брюках, дудочка. По последней моде того времени. Просто натуральные битлы. Ой. Получен очко знания, подожди. Старый голод не разумеется, но мясо все-таки надо догнать. Сейчас догоним, подожди, там какую-то записку нам надо найти. Я туда пока не пойду. Где еще записки? Мы что-то вроде все посмотрели. А может и не все. Здесь мы тоже ходили с вами. Записки я нигде не видел. Туда нельзя. А вот напротив. А вот напротив почему-то закрыто. Ну нет записок. Нету. Значит, останемся без записок. Пошли в портал. Значит, пошли в... Опа. Это картина же, да? Да, да. Помните эту картину? У-у-у. Ё-моё. А куда я попал-то? Пулемет. Будем отстреливаться? Может быть... А, ну надо убрать ее, да, я так понимаю? Я так понимаю, надо ее убрать все-таки эту кучу. А что сделаешь? Да? И как-то прорываться? А куда прорываться? Окопы есть. Опа. Ну-ка, пацаны. Ну-ка, подскажите-ка мне, чего, куда? Че это? Или с фактори? Блин, как тебя перевернуть-то? А, правнее я хочу. О. Ой. Вот так вот. Во. Блин, опять неровно. Как-то... Ну, ладно, давай вот так вот. А чё, неплохо. Взять. Ну, когда уже? Чёрт бы её побрал. Чё, когда? Тут рыба не пробегала. Какая рыба? Ну, рыба. Не видели мы никакой рыбы. Ну, скрыли. Как это? Только что ж рыбина пробежала. Ну. А,
показалось мне, значит. Ах ты. Не было никакой рыбы. А что ты говоришь? Может, мы кое-что сможем тебе подсказать. Ну давай. Но только если ты окажешь нам маленькую услугу. Ну давай. Почини ее. Починишь? Мы скажем, куда твоя рыбина побежала. Ну давай. Он не согласится. Если он взорвется вместе с нами, то как ему рыбину нагнать? Это нелогично. Абсурд. Помолчи. Вы убиться об нее хотите? Чё? Эй, я вместе с вами подорваться не собираюсь. Сам понял. Али подсказал, кто. Али, кто-то сам понял. Так подождите, пока с той стороны нормальный заряд прилетит. Что же вам не терпится-то так? Ну обычно дважды воронку-то не прилетает. Да как я вам помогу-то, ядрить как-то? Загляни внутрь, вдруг разберешься. И как? А, смотри. Вот так вот. Какое разочарование. Ага, то. А я, если честно, никогда и не верил в наш успех. А ну где рыба-то? Я никому никогда не верю. Ну молодец. Зато говорю слишком много лишнего. Ядрить колотить. Вот это прилетело. А рыба-то? Рыба-то? О! Валерка. Да, это. Что ты перед собой видишь? Я вижу рыбу летающую. Это Хиросима. Земноводная. Земноводная. Тебе так хочется пообщаться с предками. А приходит кто угодно, кроме отца. Ага. Я вот сегодня тоже твой предок, но да совсем дальний. Да ладно. Я едва его помню, обидел я его чем-то. Да хер его знает, давайте. Ну все, прекращай. Ну что? А то я сейчас расплачусь. Ну не плачь. Момент и так трагичный. Ну так да. Так что ты все-таки видишь? Не, не во мне, за мной. Ну за тобой пиздец. Ну, Хиросима. Резьбу человечество сорвало, Валер. Ну да. А теперь уж окончательно. Ну да. Да, поехала такая крыша. Вот всемирная шоковая терапия. Пройден последний барьер, сдерживающий ваш вид от самоуничтожения. Теперь вы знаете, что есть и другие. Да. Со своими страстями, со своими ошибками. В общем, ребята поумнее вас. Но тоже не боги. Mm-hmm. А это окончательно развязывает вам руки. Mm-hmm. Вас больше не будет сдерживать страх поставить под вопрос само существование Вселенной. В принципе, логично. Разве существует что-то, зачем некому наблюдать? Ага, как же. Попробуй, докажи. А теперь при любых раскладах. Кто-то где-то да будет. Ну... А что за развязаны? Каким-то образом у нас теперь развязаны руки. Раз они здесь, то всем, всем войнам конец. Земля — маленький шарик, Вселенная даже не заметит. Сейчас я обломаю твои крылья и сожру твое мясо вместе с голодными товарищами. Катастрофическая ошибка. Ладно, что ты хочешь? Верни меня в воду и предупреди всех, чтобы не давали мне из нее выйти. Я могу тебе доверять? Ну, давай попробуем. Валер, пора возвращаться. Ну давай. Давайте, мужики, бывайте. Дверка прилетела. Пойдем. Пойдем, пойдем возвращаться. Шот, потому что затягиваешься сильно. Оставь нам. Эй, сейчас моя очередь. Тьфу ты, весь фильтр замуслярил. Тихо. Михалыч, кажется. Брось сигарету. Обидится, что без него выкурили. Ага, брось. Тут еще курить и курить.
Смотри-ка, последнюю сигарету скурили без тебя. Эх. Только где они, бляха-муха? А где они? На палубе, что ли? О, стемнело, дождик. А, нифига, я то есть так ходил. Опа-на. Красотища-то какая. О, Михалыч, принес! Принес. И чем будем его разделывать? Оставили, смотри. Оставили сигаретку-то все-таки. Так сожрем. Давай сюда. Не-не-не. Мы не будем его есть. Не будем. С ума сошел. Че? Ну так вот-то. Чудишь, Валерка. Нет-нет-нет. Я обещал. Мы тебя сейчас сами в воду вернем. А ну давай сюда. Так, тихо. Стреляли, Валер. Это ничего. Будете держаться друг друга, совсем справитесь. Только глотки друг другу не перегрызите. Хитер-то какой. Ведь ты какой хитер. Какая ж ты сволочь. Ну а что сволочь-то? Справедливость. Пошел вон. Я ему обещал. Мы с тобой больше не будем сидеть тут. Ищи себе других друзей. Утю-тю, здесь нет друзей. Расстроил ты нас. Ну а что делать? А что делать? Погодка-то ухудшается. Ну а вы сидите тут, а я пошел. Внутри переждем. Не-не-не, я туда иду. Корабль. Корабль. Я же не один его вижу. Да, есть корабль. Летит что-то. Вон. Эй, это ж американцы. Где летит? Опа, летит что-то. Точно американцы? Нави. Я к американцам не пойду. Да какая теперь разница? Я хоть с самим чертом отсюда. Да что за глупость? Мы сейчас потонем. Ну? Ну и улетайте. А я с американцами не полечу. Не полечу я с вами, слышите? Да что ты такое, слышь, надо дерзкий? Надо что-то решать, Степа. Сможешь его силой затащить? Как я его по этой лестнице потащу? Черт с ним, времени нет, пусть тонет. Не полечу я с американцами. Да полетели, все. Дурачок, блин. Проваливайте, мне и тут хорошо. Вася, не глупи. Да, 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 Вася, не глупи. Другого спасения не будет. Ой! Ничего не бойся, Валера! Ничего не бойся! Прыгнуть в Ленина! С днем рождения, Михалыч, от всего коллектива. Ой, спасибо, ой, спасибо. Я себя, кажется, не очень хорошо в последнее время вел. Пьянка попутала. Ага. Но я себя буду теперь вести очень хорошо. Ну, хорошо. Это подарок мой тебе будет. Че это? Да это нам всем подарок будет. А тебе, Михалыч, желаю, ага, чтобы здоровье только крепло. Спасибо. Чтоб... Ну, вообще. Спасибо. Главное число какое красивое. 66. Вот вам подарочек небольшой от нашего НИИ. Чё это? Здоровья кавказского, долголетия сибирского, значит, благополучия, конечно же. А-а-а. Но а... это не все. Я тут попытался немножко нашу работу систематизировать. Вот, ага. Очередь составил. Так. Так, по плану. Ну, больше всего с болячками. Простатит, алкоголизм. Алкоголизма очень много. Ага. Так, с Америки актер какой-то. Из ресторана факс прислали, тоже американского. Я так и не понял, в чем там суть. Ага. Татары телеграмму отправили, mm-hmm, без перевода. Они что, mm-hmm, теперь тоже отдельно? Из Египта пишут, мол, у них был аналогичный случай. Буря какая-то их беспокоит. Mm-hmm. Да, иностранцев много очень сегодня. Ну, я больных в начало очереди поставил, ну, а потом можно... Да подожди ты, может, Михалыч отпуск хочет взять? Да, в конце концов, мы могли бы подменить. Вроде бы сегодня народ приличный приехал. Ну, если Михалычу хочется. Если честно, поговорить все же немножко придется. Рассказывать, да, об этой аномалии никому не стоит. На вашем месте я бы ее чем-нибудь прикрыл. У вас есть заслонка? Нету. Вот ей прикройте. А какая заслонка?
Так-то лучше. Тут уж вы мне поверьте. Я же вам все-таки поверил, несмотря на то, как начиналось наше знакомство. Да, извините еще раз. Хулиганы названивают страшно. В общем, очень прошу, никому об этом не рассказывайте. Это тот чувак, который... Насколько я могу судить, она не расширяется. А значит, это не черная дыра. Но мне для начала нужно будет поднять литературу и сравнить данные. А до тех пор забудьте о ней. И ради бога, не суйте туда пальцы. Кто хочет. Слышал, Клим? Не суй. Да пошел бы ты! В общем, еще раз с днем рождения. Присоединюсь к вам позже. Ой, меня же не пригласили. Ну, то есть, если приглашаете... Да. Ну, так наивно, да? Так... Пока. Ну, если пригласите, то, мудрый, я приду обязательно. Спасибо, что пригласили. Вот такие вот ходы конем. Кто там, бляха? Заходи, заходи. Здравия, господа. На вас нашелся покупатель. Надеюсь, сегодня вы себя будете вести поблагоразумнее. Я подумаю. Что тебе надо? Давай, рассказывай, что за покупатель. Господин Накатоми, входите. Накатоми. Здрасте. Ну и здрасте. Кто такой? Здравствуйте. Ага. Господин Накатоми очень заинтересован в сотрудничестве с вами. Валяйте. О, сука. Сука, да. Сука. Харусуге те нацуки никерас и широтае. Нокрому хосуте фуама ноккагеяма. Ни одна другая компания не сможет обеспечить должный объем инвестиций. А вот с помощью корпорации Накатоми ваша деревня имеет все шансы стать столицей человечества. Вы предлагаете отдать тарелку в частные руки? Акинутано карихону анно тома. Орами вага коромоде. Вацуйни нурецуцу. Нурецуцу. Чисто на бумаге. Я так понимаю, что сейчас ваша земля находится в государственной собственности. И с будущим статусом колхоза вы пока не определились. В этом нам пообещал помочь господин Сираштанов. Да-да, все верно. Это Сираштанов, блин. Так. О передаче в частные руки не может быть и речь. Мы на днях будем проводить голосование. Уверен, наше правильное решение примут. Колхоз будет сохраняться в коллективной собственности. Так, какие ваши предложения? И я с японцами работать не буду. Короче. Все так. Нет, не так. На участки делить будем. Да я еще не решил как-то. Вот, видите? Нам определенно есть о чем поговорить. Решение пока не принято. И что-то мне подсказывает, что местные жители с интересом отнесутся к вашему предложению. Да я не думаю. Позвольте, мы вам кое-что покажем. Вносите макет. Вносите. Уберите хлам со стола, а то тут плюнуть негде. Слышь, иди отсюда, Вася. Полюбуйтесь. Это макет города будущего, который мы предлагаем отстроить вокруг тарелки. Красота какая! А видеосалон там будет? Там будет все, чего вы только пожелаете. Возможности безграничны. Именно здесь существует новый столицы планеты Земля. Это ведь очень символично. Господин Накатоми хочет действовать в полном соответствии с пожеланиями местных. Какие-то, блядь, бункера? Закончить этот макет мы приглашаем именно вас. Какие-то города. Заранее мы рассчитали только расположение электростанций. Ну и вашего дома. А, это электростанция. Его непременно надо законсервировать вместе с тарелкой и превратить в музей. А в остальном принцип прост. Производственные предприятия требуют больше электроэнергии. Поэтому для них предпочтительно расположение рядом с электростанциями. Ой, как замевает хорошо. Коммерческие предприятия должны быть расположены ближе к главному туристическому центру притяжения. Социальные предприятия стоит расставить вдали от центра и на умеренном расстоянии от электростанций. Попробуйте, это сродни управлению колхозом. А может, пожалуйста, еще раз повторить, что там и куда? Производственные предприятия требуют больше электроэнергии, поэтому для них предпочтительно расположение рядом с электростанциями. Ага. К
Коммерческие предприятия ага. должны быть расположены ближе к главному туристическому центру притяжения. Ага. Социальные предприятия ага. стоит расставить вдали от центра и на умеренном расстоянии от электростанции. Попробуйте, это сродни управлению колхозом. Ни хрена непонятно. Все равно ни хрена непонятно, но ладно. И чё? Ну, это что? Торговый центр. Ну, давай здесь. Школа. Школа сюда поставится. Всё, хай. Завод. Заводы надо подальше. Поликлиника. Подожди. Ну, блядь, пусть здесь. Это далеко от нашего видения будущего, Михалыч. Правильно мыслишь, Михалыч, правильно. Ну, давай так. Сувенирная лавка. Рядом с торговым центром. Научный центр. Рядом со школой. Закончить, бляха-муха. Понятно, Михалыч. На конструктивный лад ты не настроен. Зря я с тобой в демократию играл. Вроде нет. Может, по-другому с ним пообщаться? Нет, я сейчас пообщаюсь. Мы сейчас за дверь выйдем, вон к той многотысячной толпе. И крикнем, что тут хозяина тарелки обижают. Хорошее получится общение, а? Я тоже так думаю, да? Это ни к чему. Ты мне одно скажи. Чудина. Ты зачем меня перед людьми позоришь? Я тебя... все равно свое получу. Не получишь. Пройдемся по каждому домику, по 20 баксов занесем и посмотрим, как там народ за твой колхоз голосовать будет. Давай, давай. Давай. Занеси, занеси. Черт, мне самому первым. Дурак ты, старый. Заберите макет, господа. Видишь, что, блин? Акинутану карихуну анну тума. Орами вага курумуды. Вацуйни нурецуцу. Господин Нани? Накатоми хочет сказать, что если люди пока еще не готовы всерьез рассмотреть наше предложение, мы будем рады вернуться в более подходящий момент. Он вот. Настанет, я вам точно говорю. Вы далеко не разъезжайтесь, визитку оставьте. А пока, до свидания. Не будем задерживать очередь. Угу. Пока-пока, аригато ли как-то там. Уято. Та-та-та-та. Ух. Ох уж эти переговоры сложные. Харусуги ты на цукини кироси широта. Чего ты там остановился, хоть что? Хосуте фуама, но кагеяма. Господин Накатоми говорит, что хотел бы войти, если это возможно. Ну, раз уж он здесь оказался. Не, ну это пожалуйста. Разводняк, Михалыч. Сейчас он что-нибудь пожелает, а нас в долю не возьмет. Его не впускай. Бумаги нам на долю подпишет, там и впустишь. Да не, не, не. Да не, ну по... ходи, безопасность не гарантируем. Пусть сходит, сейчас мы ему что-нибудь сделаем. Ой, ёпта. Слушайте, мне кажется, что безопасность здесь сейчас не гарантируют, даже больше, чем обычно. Что там? Давайте помогу. Давай, помоги мне, потому что ни хрена не понимаю. Примирение. Мир процветания. Да, это похоже примирение, на то, что да, мне говорил господин Накатоми, когда вы напомнили Накоми, ему. Когда вы ну, напомните вы его. Знаете. Ну, конечно. Она наконец-то уловила другой язык. Ой, спасибо. Примирение. Война. Примирение. Примирение. Мир. Мир. Процветание. План. Ошибка. Процветание. Примирение. Война. Примирение. Нет, война не нужна. Примирение. Ошибка. Примирение. О. Мир, процветание, примирение. Ну давай, входи. Так, все нормально. Все пошло по плану. О-о-о-о. Во время отправки. Что-то пошло не по плану. Ну и ладно. Ты чего боишься-то? Клим, ну не бойся, это нормально все. Че, уже заходил, ну потом ты уже синий, дважды не зайдешь. Тебе уже все равно. Хоть сигаретка есть. Я аж с ними забыл покурить. Ну че? Вы думаете, что я пришел обмануть вас? Это не так.
Мне на самом деле хотелось бы предложить вам способ объединить человечество. Обустроить здесь новую столицу Земли. Выйти на другой уровень, где все мы просто станем землянами. Одними из многих обитателей Вселенной. Ведь теперь мы точно не одни. Одиночество толкает на безумие. А так как живем мы, люди, жить могут только сумасшедшие. Вы не забывайте о войне. Я тоже не смею забывать о ней. Право забыть не купишь за весь мой капитал. Война такая. Меня отправили воевать не в Маньчжурию, а на Филиппины. Встретиться на поле боя мы с вами не могли. Больше всего на свете мне хочется, чтобы это никогда не повторилось. И путь к миру во всем мире, быть может, лежит через приземлившуюся здесь тарелку. Ну, может быть. Важно только правильно распорядиться этим чудом. Это. Когда наша армия отступала, мы срывали стоптанные ботинки с тел погибших товарищей. К тому времени мои друзья умирали уже не от пули шрапнели, а от голода и болезней. На моих глазах вчерашние сослуживцы рвали друг другу глотки за последнюю плошку риса. Местные крестьяне находили и добивали обессилевших призывников тяпками. Нормально. И мне трудно их в этом обвинить. Это мы пришли к ним домой. Они за это ответили. Это цена, которую платят за веру в собственное превосходство. Когда я сбежал из этого ада через джунгли, я видел, как уходит за горизонт наш последний корабль. Единственным выходом для меня стал унизительный плен. Но никакие унижения не сравнятся с позором участия в захватнической войне. Мне было 19 лет. Накатоми-сан, вы в порядке? Доято соре ошта но деска. Как ты это сделал? Ага. Ну, зато он зашел, и все у него хорошо. Совсем что ли ку-ку? Мы даже деловые переговоры в какую-то клоунаду превратили. В смысле? Какая же ты заноза в заднице. Ой, старая, блядь. Безногая заноза. Ой, на себя, кстати, посмотри. Буш с Ельциным будут здесь уже завтра. Так что никуда вы не денетесь. Про колхоз ваш можете уже забыть. А вот хуешь к тебе. Давай, вали, ну вали. Нахал. Это мы еще посмотрим. А, охеревший вообще, ладно, блин. Черт с ним. Да, ну я что, тоже так думаю. Собираемся и празднуем, или продолжаем прием? Да нет, запираемся. Африканца в толпе увидел. Такой путь человек проделал. Ну вдруг виза завтра у него кончится. Давайте одного человека еще впустим. Ну да. А разве у нас визу с Африкой надо? Ну в Африке же не одна страна. Короче, африканца можно. Они, да, говорят, духами нормальными и фарцуют. Да. Давай, ну это последний. Жалко, что из тарелки никто поздравить не вышел. Да? Ладно, давайте. Ничего страшного. Давайте, пускайте африканца. И все, да. И на этом как бы это. Мистер, you, come in, please. Your мистер. А кто, интересно, будет переводить-то, блин? Сейчас он наговорит нам там. Я надеюсь, ты по-русски разговариваешь. Хоть как-нибудь. Хоть немножко. Hello, мистер. Where are you from? What's your name? Томас. Из института Патриса Лумумбы. Так что можно без hello. Окей. Вообще, я в Узбекистане живу. А, извиняюсь. Ничего страшного. Спасибо, что впустили. Такая очередь, стоял бы год. Вы, я так понимаю, пришли просить у них мира. Я слышал, у вас там сейчас такие напряженные события. Это в Таджикистане, так что не совсем. Мира-то самой собой хотелось бы во всем мире, но если бы эта тарелка решала такие масштабные проблемы, кто-то уже попросил бы об этом. Правда? Ну, как бы да. Как вам сказать? Нет, вроде был кто-то, но точно сейчас не вспомню. Ну, как бы то ни было, у меня просьба попроще. Сможет ваша тарелка мне выдать аппарат для контроля климата? Ну, думаю, да. Мы сельхозкооператив открыли. Бахчевые культуры выращиваем, а урожай от засухи никакущий. Вы меня, как аграрий-агрария, должны понять. Но... Вот если б выдали они нам какую-нибудь установку, чтобы дождь нагнать,
Вот это мы бы вам на следующий год таких арбузов подогнали. Так-то вы можете сейчас сделать, а потом не сделать. Ну-ка, что он там? Нет, извиняюсь, таким не помогаю. Ну, как аграрий, понимаю, но должен вам сказать, что вход в тарелку — вещь крайне непредсказуемая. Мы за вашу безопасность ответственность не несем. Да хоть бумажку подпишу. Понимаете, если я без нее верну, все, пропал урожай. А нам с сотрудниками чем-то надо семьи кормить. Давайте. Ну, давай попробуем, ладно. Давай попробуем, что тут... Управление. Нет, стоп. Прибор управления дождь. Дождь нам только нужен. Нам не нужно природой управлять. Критическое событие не произошло. Сообщение исказилось во время отправки. Что-то пойдет не так. Что-то где-то неправильно. Ну и ладно. Текущие очки знаний 212. Ну иди, ладно, забирай. Иди, забирай. Пока посижу, покурю, посмотрю. Что-то там заберешь. Не, ну вы слышали? Погоду он хочет. Погоду менять. Ну как так-то, ну? Вообще. Ну что там? Что-то принес. И чем мне это поможет? Подожди расстраиваться, вдруг импортный? Вам удалось с ними пообщаться? Там никого не было. Тоже мне инопланетяне. Можете оставить себе! Зонтик. А вот так вот. Хорошая штука. Оп. Полезная штука. Михалыч, у меня подарок для тебя есть. О, давай, спасибо. Буду вызывать дождь. Клади туда. Клади. Оп, хорошо. Мы его вне очереди, понимаешь, а он тут еще чего-то буровит. Барон бахчевой. Эх, не ну понимает что, ни хрена. Мы отмечать, наконец. Да давайте, давайте уже. Ну. Не мог помидоров принести? Ну. Слушай, Степ, скомандуй своей. Пусть пельмешек налепит. Я на работе. Пельмешки вечером. И на мясо скиньтесь. Да какая тут работа? Четвертый день здесь трешься. Забудь, нет у тебя больше работы. Хорошо, что надо. С пустыми руками пришли. Я бы у инопланетян попросил, но по второму разу они никого не пускали. Да. Так, давайте по уму сделаем. Сейчас пропустим кого-нибудь и пусть поляну нам закажут, ну? Вообще резонно. Да, не. Жестоко это как-то. Да. Ну, то есть, это ж попросту безнравственно. Да. Давайте посмотрим, кто там у порога, а там уже и решим. О, господи, мы уже закончим, нет? Там пацан какой-то стоит. Голодранец. Беспризорник, что ли? Похож. Ну, ему надо помощь. Пацан, говоришь? Пацан, пацана впусти, детям надо радости дарить. Давай пацана впустим. Может, пацану надо это... Счастье какое-то. Привет, привет. Здравствуй. Салют. Чего у тебя? Рассказывай. Малыш, а где мама-то? А? Мама, ты где? А мама, к сожалению, умерла. Опа-на-на. Ну куда вы идете? Куда? Нет сегодня больше приема. Мы с ним. Видите ли, Леша очень рано потерял маму. Он проделал к вам громадный путь из Ханты-Мансийска. Не без нашей помощи, конечно. Очень-очень, и мне это не нравится. Мы снимаем о нем фильм. Наш Леша больше всего на свете хочет снова встретиться со своей мамочкой. А как? Да, Леша? Угу. Что, его убить? Вы предлагаете ее воскресить? Мы хотим ребенку чудо подарить. А как именно она это сделает, тут уж вам виднее. Нас молва народная привела. Но вот скажите, разве эта тарелка не исполняет желание? Неужели они не захотят помочь малышу? Ну, она исполняет желание, но не воскрешает, ебать копать. Ты че? Вы с какой-то стороны просьбы пришли. Странные просьбы пришли. А мне бы с моего мальчика услышать хотелось бы. Леша, ты бы что хотел бы? А забирай. Леша, а помнишь, как ты маму хотел увидеть? Угу.
Лёша, подойди к тарелочке. Можно, да? Подходи, подходи. Видишь, тарелочка большая. Что-то не нравится мне эта тема. Как-то все это... Что происходит? Лёша, дотронься до нее. Лёшенька, сынок! Оп, мамашка! Это твоя мама! Слышишь? Это кто? Благодаря совместным усилиям нашей компании и кужлевских инопланетян исполнилась мечта маленького сироты Лёши. Мальчик наконец-то смог встретиться со своей мамой. Эта необычайная поездка к исполнителю желаний не была бы возможна без спонсорской поддержки со стороны корпорации O'Donnell's. O'Donnell's – это выгодные цены, качественное обслуживание и расчеты в твердой валюте. Какие вруны! Я просто в шоке, друзья. Я просто в шоке от всего этого. Вообще жесть. Было, было. А у тебя было? А, дублики еще будем делать? Никаких дубликов! Я сейчас задохнусь! Так, Степан, работай. Действительно. Чей это ребенок? Ну, панана. Да актер это. Я сразу заметил, что грязь ему углем на лице размазали. У меня глаз наметанный. Эй, и что молчал? Да неудобно как-то было. Ладно, мусорка забрал. Копеечку после такого оставить. Ну. Что за народ? Лишь вот бы это прославить. Точно заканчивать прием. Да, все хорош. Что... Закрывай. Друзья, на сегодня все. Приходите завтра. Тумору, говорю, приходите, все. А, нет, завтра тоже не приходите. Завтра официальный визит. Вот послезавтра можно. Куда прешь, Че там? Кто там опять? Ну кто там? В очереди за водкой так не буянит, честное слово. Да действительно, все. Да блядь, да как? Ну подожди. А, ну понятно. Не, вовремя-то было. Я ж не против коммунизма как такового. Просто рановато нам еще. Нам сейчас реальнее на вещи посмотреть. Да. А так, я Хрущеву очень благодарен. Счастливое время было, когда я учился. Девки-то ого-го-го-го были. Два раза в путяге трипер летел, один раз мандавошек. А сейчас спит какой-то, не понимаю я уже ничего. Мы поняли, Клим, мы тебя поняли. Так, давайте, что называется, без политики. Нет, ну, совсем без политики, конечно, тоже не бывает. Ну, пока там ля-ля-кайте этот... Бухнул. Я случай один вспоминаю. Да, давай, вспоминаю. В Первомайске такси ехал, там мужик один, ГДР служил. Так. Он с таким упоением рассказывал, как они брусчатку в немецком городе танком портили. Еще с подробностями такими. Они на Т-62 выворачивали там как-то, не знаю. Ну как неправильно. А это уже 60-е годы были, получается. Ну да. Он об этом как о самом счастливом моменте в жизни рассказывал. Да, вот так вот, бывает. Когда я Люську мою встретил. Ага. А у него брусчатка. Нет, сложно все, конечно. А очень сложно. Вот мне нравится один сейчас по телевизору показывают. Жириновский, о! О, да. О, Жириновский. Вообще, да. Слушай, Горбачева, честно сказать, тоже уважаю. Я вообще как Горбачев, да, тоже. Кто к мужику человечно, но при нем я уже алкоголизм лечил, а не дриппер. А нынешний не знаю, не разглядел еще. Но пока очень нравится. И почему это без политики? Вот сейчас балакают все, как бараны. Я не политик, я не интересуюсь, я... Думать боятся. А вот умыкнут страну, потом уж думать поздно будет. Да, вот ты, да, Степа, кстати. Чему ты вообще служить собрался? Ты вообще чью форму носишь? Понимание-то есть? Клим. Ну все, мы не для этого собрались. Клин, давайте клин. По такому его светлому надо клинить. Все наши разногласия за порогом оставим. Да. Ну, Михалыч, за твое здоровье. Спасибо. Да и ёбну быстренько. Ну кто там еще? Закрыто. Иди, открывай, я пока налью. Задолбали. Не дают посидеть. Какие люди. Кто там? Здрасте, дядь Степа. Кто? Деда. Я это.
Явился, не запылился. О, что за нелегкая тебя принесла? Подарочек тебе, конечно, прилетел. Такой не перебьешь. Ваньк, внучок. Ну, дед, с днем рождения тебя. Ох, спасибо. Красивое число. 68. 66, да. Да. Ну, чтоб здоровье только внук прибавлялось. Чтоб внук радовал. Чтоб работа ладилась. Ты у нас теперь не только герой войны. Но ты у нас второй Гагарин. За почти, тебя, дедушка. Почти. Ну, давайте. Он мало того, что моего возраста не знает, он имени прадед не вспомнит. Да ладно, не будем давать уже. Твое здоровье, дедуль. Давайте, дряпнем. Нет, если уж совсем по правде, мне есть что в вашей тарелке попросить. Они ж все могут. Рокер один погиб недавно. Очень я его уважал. Песни наизусть все знаю. Трагически погиб. Ну, в новостях, может, видели? Нет, не видел. Вот ничто не предвещало. ДТП. Угу. Под Ригой где-то. А мне, вы знаете, так хотелось автограф его. Вот честно, никаких там, знаете, глобальных планов. Ну, чтобы особняк там на Лазурном берегу, миллион долларов, не надо мне. Мне с ним как-то увидеться хотелось. Очень хотелось, ой, правда. О, знаем такого, знаем. Его спецслужбы убили, как я, ну, волосатый такой, с тулой, с бородой. Ну, вот этот, который... Россия, родина моя. Ну, как его? Ну, как, а как его? Автограф тебе хотелось, да? Не чтобы у дедушки ремонта свежий был, а автограф. И тебя туда пускать... Боязно. Но если хочешь, все можно. Хочу. А чего мне бояться? Я ж тихонечко, вежливо. Ну, сделаешь. Давай попробуем. Только давайте как-то пространство организуем, а то неудобно. Не дай бог увидит, какое у нас тут культурное мероприятие. Культурное мероприятие. Пусть молодняк попытает удачу. Ну давай, давай, рокер. Так. Рок воскрешение. Воскрешение, рок, музыкант. Ну, наверное, так. О, все нормально пошло, смотрите, все по плану. Это уже радует, то, что все идет по плану, и все хорошо. Все идет по плану. Ну да, посмотрим. Кто к нам все-таки прилетит и кого он с собой, так сказать, заберет. Запоминайте лихо. Давай. Сейчас посмотрим. Какого он там рок-музыканта хотел, однако, привезти. Ну, че? Взял автограф? Пластинку дали какую-то. А внутри как под прожектором, чуть не ослеп. Тарелку какую-то в руки вложили и все. Назад как-то само засосало. Вы эту хрень точно не сами из цистерны сварили? Никому не расскажу, честное слово. А это что? От кастрюли, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой! Цой, что ли? Ну, зато послушаем музыку. Ну, и как тебе, мужичок? А, внучок? Вот так вот. Ой, музыка прекрасна. Но он не поет. Красиво. Да. Ну, таскай теперь с собой в чемоданчике. Девки, знаешь, как клевать будут. Ну. Да не то все это. Синтетика. Ой, бля, тебе еще синтетика. Все-то вам мало.
Потому что людей при жизни надо ценить, понял? Ты правда думаешь, что я только из-за нее приехал? Да я приехать не мог, потому что выживанием сейчас все заняты. Да, и студенты тоже. Да. Это у вас, можно сказать, условия тепличные были. А сейчас даже шоколадку девушке за целую стипендию не купишь. Ой, вот и крутюсь. Молодец, кручусь. Молодец. И времени молодец, никакого ни на что нет. Крутись. Сел на электричку и приехал. Но. Я в твоем возрасте знаешь, откуда к деду ездил? Но. А меня дочь вообще не вспоминает. В Израиль уехала. Но. И вот так все близкие. Кто на кладбище, кто в Израиле. Ну, соебись. Ты разве тоже еврей? Чё? Нет! Мы сильные! Я племянник князя Юсупова. Поеду, дедуль. Электричка через час уже будет. Давай. Там Клим уже уснул. Оставай вечером, понимаешь. Вечером там столпотворение будет. А я люблю один, в пустой электричке. Едешь, в окно смотришь, про свое думаешь. Опа. Давай, дедушка. Я скоро приеду, обещаю. Давай, дядя давай. Вась, привет. Молодец, пацан. И ведь по твоим стопам идет. Ну. На кого? На геолога? Ну почти, по-моему, что да, ты не хотел. Знаю. Ладно, давай крайнюю за молодежь. Давай. И тоже спать, а то уже все спят, и нам спать пора. А теперь, Михалыч, no. Слушай сюда. Я. Хочешь большое дело сделать? Ну, давай. Да не переживай, я без помощи справлюсь, я до сортира сам доезжаю. Принравился за столько-то лет. Ну, допустим, давай. Нам завтра приедут виновники всех наших бед. Ну да, они да, да. Они захотят войти в тарелку. Дальше сам поймешь? Да, конечно, пойму. В общем-то, сам об этом думал. Ну, ты сделай так, чтобы эта бандура достойно отреагировала на наших гостей. Ну, да. Ты найдешь для нее нужные слова. В этом я не сомневаюсь. Да найдем, потихонечку все сделаем. На большой риск толкаешь. Да ты че? Это ж покушение, ни в коем случае. На большой риск толкаешь. Другого шанса не будет. Я все спланировал. Достаточно просто дать им войти и не дать выйти. А когда дело сделано будет, так на весь мир и объявим Кужлевку мировым заповедником революции. Тут камер будет, ого-го, даже телеграф штурмовать не придется. Решайся. Я подумаю, ладно, я... Блядь, ну... Блядь, дадут... Алло. Это Кужлевка? Да. Это Валерий Михайлович, я пацаны, для начала. Да ядрёте, голубь, это совершенно верно. Замечательно. Добрый вечер. Ну чё надо? Хотел вас проинформировать по поводу грядущего мероприятия. Ну-ну-ну, первое лицо, да. Приедут, значит, к двум. Так. Просьба, но без всякой символики не нужно. К вам декораторша девушки заскочит с утра. Прибраться помогут. Ага. Небольшой списочек допущенных составьте тоже. Но много не надо. Друзья, родственники, человека 3-4. Охрана на территорию в 9 прибудет где-то. Значит, просьба большая. Так. Безо всякой, пожалуйста, политики. И символики не нужны, опять же. Окей. Да. Ну и все, собственно. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Решай, решай. Да, решу. Вау, друг, ты досмотрел до этого момента, а это значит, что тебе понравилось мое видео. В общем, друг, заходи смотри сюда, подписывайся на мой канал, и будет тебе счастье. Всем пока.